Несмотря на сильный снегопад, дороги Ульяновской области продолжают функционировать в штатном режиме. По данным Департамента автомобильных дорог, своевременный вывод снегоуборочной техники позволил избежать пробок даже в удаленных муниципалитетах – Павловском и Николаевском районах. Ульяновский акцент делался на уборке президентского моста и недопущении гололедицы на этой ключевой артерии. Для этого мост уже дважды обработали специальными веществами. Заторов нет, школьные маршруты все выехали, значит, вовремя. Вечером ожидаем обратный путь школьников по домам. По данным гидрометцентра, погода улучшится уже к вечеру, а завтра регионы ждают потепления и слабые осадки. Тем не менее, Департамент автомобильных дорог и региональная госавтоинспекция настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок без особой на это необходимости. Андрей Творгов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.